Здравствуйте, ребята. Вот самое хуже это переделывать. Ну, а мы не переделываем, как бы мы внедряем. То есть надо вот эти вот тройники вот сюда вставить. Сюда будет отопление от печки идти, а сюда будет идти от электрического котла. И вот теперь надо это все сюда вымерять, вырезать и вставить два вот этих вот. Два тройника, и чтобы они еще и туда заходили, и оттуда, и все это надо так делать очень хорошо, поэтому что? Мы сейчас прекращаем видеосъемку, потому что будет очень много ненормативной, как говорят, ненормативной лексики будет. Мы, когда врезали, ну, ставили бойлер, тоже в систему, врезали всю систему, там тоже было очень сложно. Думаю, здесь тоже будет очень сложно, поэтому будет очень много таких, вот таких вот слов будет, поэтому я когда уже все соединю, вот, покажем результат. А пока, наверное, мы выключаемся, буду сейчас мерять, замерять, и потом будем врезаться. Сейчас тоже, наверное, вода польется. Тряпка ж есть. О, все, отрезал. Ой, пойдет тряпка. Ля, как вода бежит. А, это же у нас труб. Ну да. Да, с нижней трубы. С нижней, да. Ничего себе. Ля-ля. Вот это да. Поток. Я думал, вообще будет много воды тут. Сейчас берет и бежит. Не думаю, что она там должна так. Так, если я уголок тут поставлю. А это что-то просуну тогда? Нет. А, это надо оттуда поднять. А трубку я ж просуну отсюда. Да? Просунешь. Ну да. А ты что-то оттуда взял трубку? Ну, оттуда пронес. Mm. Так, значит, одно ты уже сделал. Надо пойти помыть. Да? Тут это толкало это, видишь, сколько там грязи. Без камеров. О, все. Аж до хрумпела. Так, ну это так чуть труба подойдет. Это тоже так. Как-то чуть-чуть у нас чуть вверх получилось. Немножко. А, ну так оно. Труба сыграет чуть-чуть. В этот самый. Марш. Марш. Это там. Гайка. Я на твою голову. Ну вот так где-то. Голову мою. Ну да. Ну все. Все. Все, теперь сейчас вот это вставим. Как я и думал. Так, теперь труба вот эта пойдет вот сюда. Тут как-то так. В общем, ладно. Сегодня мы с вами. Во. Ребята, хорошо, что камера была выключена. Угу. Это очень замечательно, что была камера включена. Выключена, сейчас включена. В общем, сегодня мы сделали врезку. Врезку. Вот магистраль. Магистраль у нас идет отопление от водогрейного бака, от печки. И сюда вот ставили тройники для того, чтобы сделать отвод и запитывать этот самый отопление от электрокотла. Так что... Благодарим вас за внимание. Ну да. До свидания.